çok oldu. Şundan bir su. Nefes verin. Это нормально? Поднять на такой уровень, который полностью отрицает демократические принципы. Почему молчит, мы знаем. Всегда как бы против Азербайджана и Франции, как называют армию. Азербайджанская молодежь, украинская молодежь, они солидарно выступили против попирания свободы. С идеальным придержанием свободы слова и без политического стандарта.